Так, наконец-то обновился резерв плюс. Вот смотрим, открываем, что меня и повеселило, и рассмешило. На рисково забовязанный. То есть 14, 15, 22, 23, 24. Но, как оказывается, все тут в порядке. И на рисково забовязанный по причине того, что я нахожусь в категории военнослужащих. Вот смотрим. Оповещение, да, не заезд в Брика Тримана, уже доступный. Ну, в общем-то, все, наконец-то оно обновилось. Как мы увидим, нажимаем на вот эти три точки на оранжевом фоне и нажимаем полную информацию. Сейчас я видеозапись обновлю, сделаю скриншот, поудаляю там все данные свои, где воинская учетная специальность, где там всякие мои специфичные данные, и просто скриншотом в конце этого видео приторочу. Дата рождения моего не является секретом. Ну вот это на войсково забовязанное именно потому, что я на данный момент уже войсковослужбовец. Такие пироги. В общем, посмотрите, думаю, это не только у меня обновилось, сколько это уже прошло, месяца два, наверное, но, наверное, у всех остальных тоже. И проверять, в общем. Данные указаны корректно. Я проверил все. И воинская специальность моя, и должность. Ладушки.